О, и ты здесь. Привет. Как раз собирался поздравлять тебя с Новым годом. Ну вот как-то здесь, мне кажется, недостаточно праздничным. Но секунду, я сейчас это исправлю. Да, так и вправду гораздо-гораздо лучше. И я уверен, что с каждого экрана сейчас вам, с телефона, с компьютера, с телевизора, будут все говорить о том, какой это был тяжелый год, и что, слава богу, этот дурацкий год наконец заканчивается. И да, я согласен, плохого тут хватало, но, наверное, были какие-то и хорошие вещи. Я уверен, что у каждого из вас что-то хорошее в этом году все-таки произошло. Провожая год, все-таки думать о том, что как все было плохо, наконец-то это закончилось, мне кажется, не совсем правильно, потому что если думать только об этом, 2021 год, нам может преподнести еще больших сюрпризов. Так что я желаю вам в уходящем году подумать о чем-то хорошем, что было в вашей жизни. В конце концов, вышло много крутых песен, много крутых альбомов и всего прочего разного творческого. И я желаю и вам в следующем 2021 году заниматься в первую очередь тем творчеством, которое вам нравится. Даже пусть это творчество в том, чтобы писать максимально оскорбительные комментарии. Я, конечно, это осуждаю. Но если вам это искренне нравится, ну что поделать, такой вы, видимо, человек. И нравится вам писать биты, пишите биты. Нравится вам писать картины, пишите картины. Главное, занимайтесь этим, если вам это действительно нравится. Если 2020 год показал нам, что человек не всегда способен повлиять на какие-то общечеловеческие вещи, то в вашей персональной деятельности, творческой или нетворческой, почти все зависит от вас. И тем более развитие вашей деятельности зависит от вас. И поэтому в 2021 году я желаю вам заниматься тем, что вам нравится, развиваться в этом и не останавливаться, потому что мир движется вперед с огромной скоростью. Я же, в свою очередь, постараюсь для вас в 2021 году сделать еще больше видео, сделать их чуть-чуть качественнее, чуть-чуть интереснее и, возможно, даже чуть-чуть полезнее. Так что с Новым годом, битмейкеры! Будьте крутыми! И эту традиционную баночку новогодней колы я поднимаю за вас. В 6 вечера 31 декабря кола становится чуть-чуть вкуснее. С Новым годом еще раз. Все, я пошел монтировать это видео, потом пойду тусить, чего желаю и вам. Увидимся в следующем видео в 2021 году.